должен был бежать даже до этого мяча.
Я тут играю периодически в теннисон. Ну и там за полгода я работал в сертификат. На 6 тысяч. Ну что ты думаешь, поехал просто не спорт. Какой-то не спорт. Ну, кроссовки тебе такие, бобины такие, что ты думаешь, что ну, бобины самые нормальные беременные, что-то 12 тысяч. Кроссовки там 8-9 тысяч, что-то. Твою ракетку попытался попросить. Ее нету. Взял на мото 3 штуки. По 12. Ну, все, знаешь. Здорово, ты думаешь, что это время? Ну, ну вот, видим, когда я рос, меня вот это не заставили. Я вот не закончил, и все не вот. А нет, они представляют, постепенно поднимают. Ну да. Что, понимаешь, я же бился, там у меня куча знакомых осталось. Я спрашиваю, что там, а ты такая же цена поднимешься? Нет. Я говорю, а Кирилл, магазин, а что вам нужно? Вы так понимаете, что вы же теряете, люди просто тупо меньше покупают. Я бы, честно говоря, на месте уже был настолько, мне такой тысяч поблаг, сделал бы здесь что-нибудь один, поговорил, сделал бы настолько 10%. Вот если так, умный. Я на Ладоге делал в свое время, у меня за год прошло что-то 2,5 миллиона. 2,5. И там же даже небольшой прибыль был. Даже небольшой. Понимаешь? Народ на месте. Тут немного, еще немного заражения. Не говорим, что я тоже привозил тогда, когда был с ним. Надо нам, ну, привезли. Его поставил, рефлекс нет, еще что-то. Я мычил, вот, ребята, возьмите мычил. Хороший мычил, а с ними будет покупать, мне надо покупать. Не буду покупать через того, как люди будут покупать. Вы заработаете, мы заработаем, мы будем заработать. После этого я просто все понял, весь бизнес. Он как-то на ней идет, поставит себе зарплату.
сюда вот. Может быть, я вот вот это. Вот, нет, правее, ближе к нему. Вот ты ближе. Вот он. Нет, сюда чуть-чуть ко мне. Не, вот сюда чуть ближе к линии, вот слева. Во, во, во. Вот этот вот, да. Вот, прям перед ногой. Вот это? Нет, рядом, ближе к линии. Вот это? Ближе к линии, сюда. Сантиметров 30. Ну, напротив ноги прямо. Да. Они сейчас твои будут просто. Я буду потом говорить, не знаю. До шести.
Thank you.
Ладно. Я же на нас скажу. А, сейчас подожди, порешим. Может и нет, может. Я после работы, это не воскресенье, утром делать.